Парламент Ирландии останется двухпалатным. Такое решение приняли граждане страны на состоявшемся в пятницу референдуме. За сохранение Сената верхней палаты парламента высказались 51,7% участников голосования. За его упразднение 48,3%. Результат референдума оказался неожиданным. Большинство опросов общественного мнения предсказывало победу сторонникам правительственной коалиции, которые пытались упразднить неэффективную, по их мнению, надстройку парламента и сэкономить на этом 20 миллионов евро.